маму и защищают свою родину. Да! Он у меня один. Это жизнь моя, это сердце мое. Моего ребенка убили профессионально. Это не просто уличная драка. И никто от него не защищался. Его убили профессионально. С этим же чеченцем, который убил, был случай. Он чуть не убил человека, предотвратили убийство. Надо наводить порядок. Вы слушайте все. Молодежь, помолчи. А научи, я скажу сначала.